Привет, добро пожаловать. Следующий час 2 и сыграем Фоксана 2. И сегодня мы еще в городе Форпоа, который мы будем купить шипованную кольчугу. Это шипованную кольчугу. Хорошо. Это дорого, но это будет, конечно же, полезным, потому что это будет уменьшать количество ущерба, который мои соперники понесут. Хорошо, и еще один. Нам нужен ключ, но он не продолжает ключ, просто ключ-делянка продолжает ключи. Хорошо. Товарищ, ключ-делянка. Пожалуйста, один джаковный ключ. Это будет нужно. Конечно, может быть, ваше воспоминание есть воспоминание, как я сказал, что нам нужен криловые сапоги. Но криловые сапоги нужны, это верно, но это не будет. Мы должен обнаружить бесплатно. Что делаем? Я хочу отключить всех друг. Здесь, потому что может быть один секретный вещь. Маз. Это нет. Я хочу маз, потому что это сделает нас неуязвимы. Конечно, временно, определенное время, но это хорошо, это очень хорошие вещи, чтобы мы можем продолжать до лабиринт без ранения. По-моему, это следующее место будет не очень. Не очень тяжелый, но это может быть проблем, если мы не... Но уже мы можем не несет ущерба за огнение мяча, который околдающий эти монстры. К сожалению, я должен один еще раз пытаюсь выйти на лабиринт, который расположен вот двойной этаж. О! Закончался. Что? Энергия маза. Хорошо. Это джаковый ключ. Я открыл. Я это место, что, по-моему, это сколько раз? Сколько раз, несколько раз тяжелее, чем первый башня, что называется, ствол-то. Посмотрите, мы... получил много ранений очень скоро, но это не проблема, потому что, к счастью, у нас есть шанс, чтобы пополнить и излечить ранения за хлеба. Хорошо. Это почти попал. К счастью, один еще шанс, чтобы пополнить мое здоровье с монстром, с
спасибо большое, это нужно, поэтому посмотрите, это просто обычный монстр сейчас, ненадолго. Босс-монстр, который был столкновение с ним. И я не хочу занимаюсь с ним, я хочу просто пропустить его. И мы можем, если мы просто стоим. Хорошо. Пропустил его. О, нет. А, это правильный путь? Нет, это не правильный путь. Но есть гуру. Привет, товарищ гуру. Он сказал, что идете под что в глубоком небе. И будете найти фонтанного неба. Хорошо, я знаю. Я знаю. Товарищ гуру, но, к сожалению, будем столкновение с монстром, но это будет нужно использование красный сироп. Ой, получил ранение и не мог сбежать его. Это как просто я тирал его. Я хочу пополнить. Здоровье, потому что это почти закончил. Покончилась барба с Вайверном. Это называет его Вайверн. Это мифический. Что-то мифический, что-то человек, не человек, животный. В мифе мифический, конечно же. Хорошо, продолжаем дальше. Это монстр будет проблема из нижний порталок. Нижний порталок. Услышай. Это правильный путь. Потому что когда я поиграл это по-английски, я не знал. И я первый путешествовал на второе место. Я покажаю, я буду покажать, что значит сказание меня. А мое. Хорошо, это плохо. Совсем. Это совсем плохо. Один еще раз. И получил ранение. Я не сказал, что я имею эксперт в этой видеоигре. К сожалению. Хорошо. Продолжаем дальше. Поверх. Поверх это будет. Будет проще место. Ненавижу, это яд. Это бутинка яд. Этот монстр может быть проблем, но нет проблемы, когда мы что-то в высоком месте, когда это мы не получил никаких ранений. Это босс-монстр, но мы просто попустаем. Это бутылка, что называется эликсир. Эликсир может воскресать нам. И мы находим крылью цепочки. Хорошо. Но это один еще, что я хочу сказать. Это что все время, которое мы движаем на это экран, это будет эликсир. Это по образам автоматически воскресает нам, возрождает нам. Хорошо.
и мы автоматически используемся эликсир, который пополняет мое здоровье и мою магию. И мой один еще раз захватил. Мы просто будем один. Это ограничение, лимит. Хорошо. Ничего не было. И ненавижу это. Я не знаю, что называется. О! Это может быть проблем. Не, это просто, это недорого. Но эликсир в будущем будет очень дорого. Нет проблем. Это случай. Он понесет много ущерба, поэтому я хочу просто избавиться его. Хорошо, что будет самый правильный путь? Это будет самый правильный путь, по-моему. Хорошо, это яд. Если мы просто затронаемся ад, это будет проблем. Мы будем пострадать. Много, нет, много, но это немало, не маленький количество ущерб из-за что яд, это бутылка яда. Куда идти чередой, пожалуйста, череде? Хорошо, идете пониже. Но это неплохо, потому что я считаю, это около, что свет как золото, очень, не очень мало. Хорошо. Они не упадают, но в случае, что мы упадаем. Хорошо, это мое назначение, но без эликсир мы не можем. Что это необходимо, чтобы возрождать фонтан эликсир. Привет, старец. Молодец, достигали сюда. Это источник ствола. Вы нужен эликсир, чтобы возрождать источник. Будете отдать ваши лекарства меня? Да. Это что источник будет течиняет опять. Но есть два больше боли. Лучше находите их. Хорошо. Это первый, но, как он сказал, три. Но он захватил мой эликсир. И я хочу один еще раз будет эликсир. Поэтому я должен вернуться, что это место, к сожалению. Но это хорошо, Маз. Это Маз будет отдать нам помочь, чтобы неуязвимы. Но мы можем блокировать огненный мяч, и это понесет повреждение, несмотря на то, эффективность что-то. Уже есть эффективность МАЗ. Нет проблем. Но я хочу убить его, потому что он отдаст много денег. Много? Я неплохо. 30? Может быть 30. Он не отдает. Это ничего нет. Мы просто должен
движаем. Хорошо. Нет, я могу показать тебе, как мы можем. Не, я хочу один еще раз пополнить с эликсиром. Хорошо. Использовал эликсир. Один еще раз. Это логика Nintendo, которую мы можем использовать. Преимущество. Мое преимущество. Конечно же. Я не знаю, как я могу. Это проблема, потому что если мы не в подобный уровень с него, борьба будет непростой. Хорошо. По-моему, выход этого места очень недалеко. Я не хочу. По-моему, это выход очень близко. Вот нам. Один еще раз. Спасибо большое. Но мы сохранили много денег, потому что крыльёные сапоги мы получили бесплатно с монстра. Поэтому это лучше, чем... И еще мы должен возвращаемся сюда для что один еще ключ, но это специальный ключ, который не умеет покупки. Хорошо. Это достаточно для одной видео, одной части. Я надеюсь, что это был весело для тебя. И встречаемся с тобой что-то скоро. Берегите себя. До свидания.